селении Залдацхинвальского района отремонтировали два моста, демонтировали старые и построили новые. Прежние мостовые сооружения пришли в аварийное состояние, в связи с чем от жителей поступали жалобы в администрацию Цхинвальского района. Сельчане практически были отрезаны от города, не было возможности выехать в столицу. В администрации отреагировали быстро. Работы были проведены в кратчайшие сроки, чтобы жители могли беспрепятственно выезжать из села. По словам прораба Марата Магиева, в течение 3 дней работы были завершены. Трудилось на объектах порядка 11 рабочих, а также специализированная техника. Длина и первого, и второго моста составляет 6 метров. Жители периодически сталкиваются с этой проблемой. Во время паводков река выходит из своего русла и сносит бетонные мосты. Администрация по мере своих возможностей решает проблему. Параллельно с этими работами был проведен частичный ремонт автодороги. Дорожное полотно покрыли гравийно-щебеночной смесью и выровняли. Сейчас сельчане смогут выезжать в другие районы республики без проблем. Агунта Губозова, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.